сказал, все вот хорошо, подписал мне с квитанции. Ну что тут забыла, а? Mm-hmm. Блядь, он думал, я одна, да ты нахуй, сейчас, хуяс. А тут акула дверь открыет, блядь, акулка, жопу да. Пьяный, говорит, привет, акула, говорит, привет. Он прибежал на кухню, я выбежал, говорит, ты что тут забыла, я не поняла. Ты вот утром... они, газовщики, воры все там, уголовники, блядь, набрали в Ярцеве. Да-да. Они ходят по квартирам, где украсть что. Да-да. Ой, вот ты в точку сказал. Ищет, что украсть. И ты пошла, мусор вынесла у меня. Ага, дверь открыла. Да, сейчас. А они заскочили ко мне. Говорят, ноутбук есть, стоит, телевизор. Нихуя. А они потом вышли, говорят, а чего ты не забрал ноутбук? Ха-ха-ха. А я говорю, кто ты там, забора такие крысы. Это ты все это слышал, да? Да, да. И, ну, глухо. Поэтому мне такой газ не нужен. Гена, я многого не слышу, блядь. Припёр. Поэтому я сказал этому. Главное, темно уже, прокурору, блядь. Говорю, это воры. Темно. Темно, это хорошо, акула. Я говорю, блядь, сука, я дверь никому не открыл. Правильно. Я дверь открыл, блядь. Заходит это, ну, блядь, воры. Газовщик, блядь, заходит. На каком он основании открыл дверь тебе? Зашел, проник в помещение, нахуй. Я говорю, что ты сюда пришел, блядь? Частная собственность, нахуй. С какого черта ты зашел к нам? Ночью, блядь, перепутался, что ли? Этот дурак не понимает, пьяный, блядь. Сказал, не открывай никому дверь. Сидишь и сиди, тихо, блядь. Здравствуйте. Пошли. Он понял, что мы вдвоем... Он акулу знает. Он говорит... Ну, потому что они воры. Дворовые. Уголовники. Дворовые. Он говорит, привет, акула. Мне очень странно, кто там набрал газовщиков? Разъебался, убежал. Одних воров. Угу. Твари, блядь. Ходят. Воры, воры, воры. Конченые подонки, воры, блядь. Блядь. Он, блядь, сука, тут увидел хатку, думает, лазит. Баба пьет, нахуй, надо щать, блядь. А-а-а. А я сразу, как они зашли, блядь, я сразу хук, эту дверь закрыла. Правильно, я тебя комнату, научил. Блядь. Все.